Мелитополе пытались поджечь здание горсовета. Около 4 часов утра двое неизвестных бросили в парадную дверь здания несколько бутылок с коктейлями Молотова. Избежать крупного пожара удалось. Охранник отреагировал немедленно, вызвав спасателей. Никто не пострадал. Повреждены двери и окна на первом этаже здания. Уголовное производство открыто по статье «Умышленный поджог». Преступникам грозит до 10 лет тюрьмы. Наразі триває повне комплексне відпрацювання міста Мелітополь. Призначено проведення ряду експертиз, триває перевірка.